Это я с приветом. Нет, это не так звучит. А вот и я с большим приветом. Нет, сейчас как-то тоже двусмысленно. А вот и я с огромным приветом. Ах ты, Господи. Просто здравствуйте, дорогие и уважаемые подписчики. Птички поют, несмотря ни на что. Они зазывают весну. На улице минус 14. Но сегодня прям такой морозец. Ручки без перчаток мерзнут. Время 11 утра. Я пошла погулять, потому что кушать мне может только в 2. Схожу, куплю болгарские перчики, сделаю вкусный салатик. Легонький. И буду заниматься домашними делами. Все, отмерзли руки, просто отмерзли. Так, я в пятерке. Что я купила? 2 упаковки перчиков. Лимоны, укроп, корм, мешочек свеклы. Хочу винегрет снова сделать. Так, и сейчас не знаю, что еще. Какие-нибудь интересных макарошек хочу купить. Наверное, вот этих вот. Чтобы с креветками сделать. Знаете, цены такие. Так, еще надо что-то молочку выбрать. Сейчас выберу макарошки, а потом молочку. Вот какая-то новая макфа. Так, вот мой улов с пятерки. 2 лимона. Вот эти перцы мне очень нравятся. Свекла. Надо было картошку, хочу винегрет. 4 йогурта. Вишня, все любят вишни. Укроп. И я уже сделала чан салата. Сейчас сюда добавлю укропчик и перчик. И будет салатик какой. Оп! Нанейна! Нанейна, нанейна! Нанейна, нанейна! У меня еще снежинки. Так, девочки, мальчики, у меня еще Новый год. Какой месяц? Март. Март. Завтра 13 марта. Я так тяжело вот это все оформляла, и я решила, что это снимать не буду. Кому это мешает? Мне нет. Мне нет. И даже елочку вот эту убирать отсюда не буду. Так, не о том речь, девочки. У всех есть в квартире горячая точка или только у меня? Это вот это моя полочка. Вот это моя полочка. Сейчас я здесь все буду разбирать и выбрасывать. Девочки, уборка уборкой, но обед никто не отменял. Сварила себе вот эти штучки. Очень они мне нравятся. Ну, вот эта пачка, 11 штук. Естественно, травяной чаек. Шикарный заварила. И это, так сказать, у меня десерт. Вчера купила йогурт, до того вкусный, прям вишенки, вишенки, вишенки. В общем, мой ужин. Все, кто со мной кушает, всем приятного аппетита. Какая лепота. Вот контейнер. С документами некуда убрать, некуда. Все, чистота и порядок. Я говорю, если хоть один фантик я здесь увижу, оторву к херам руки. Предупредила. Конечно, если бы сейчас, я бы никогда в жизни не заказала шкаф вот с этими полками. Ну, не буду же я менять 5,5 метров шкаф. Снова блин.
Это у меня там травка плавает, потому что я соль кидаю адыгейскую. Так как мы сладкие блины не едим, поэтому я добавляю иногда травки. Или лучок, или ветчинку, без разницы. Что-нибудь такое. Начинаем жарить блины. Так, не-не-не, это не Новый год, это просто полотенчика. Кто молодец? Я молодец. Вот какие красавчики. Фаршированные блинчики с мясом. А! Лепота. Какая у нас еще зимушка, зима, смотрите. А красота какая. О, Петрович звонит. Цветочки мои распускают. У нас опять Валборис. Вот два дня подряд джинсы. Такие вот. Вот Костян уже одевает. Кошелечек он себе заказал. И, а что здесь? Кроссовки. Кроссовки. А вчера футболка. Ну-ка, показывай кроссовки. Типа Adidas. Не типа, это и есть Adidas. А, ну да, вот. И такие джинсы. Джинсы синие. Ну-ка, повернись. Ох, ебича. Какие классные они джинсы. В полу и должны лежать. Да-да-да, какие классные джинсы. Такие оверсайз с карманами. Так это эти. Ай, господи. Джинсы сколько стоят? 200 с чем-то. Ну, недорого. В общем, джинсы и кроссовки вышло у него 9000. И размер тебе хорошо, да? Сейчас кошелек посмотрим. Что там за кошелек у него? Ты его не открывал, там не смотрел, да? Кого открывал, конечно. Плохо против света. А ну вот они, да видно, что они синие. Тут карман. Ну-ка, задницей повернись. Сейчас. Нет, жопой. Подними мне. Футболка оверсайз. Ну, прикольный. Я вообще не любительница, когда мотня низко, но эти нормально. Ну, вот, в этих все. Да, нормально. Модный чел. Так, ну все, ищем. О, ищем, проверяем кошелек. Так, это вот ты прям кошелек взял под сумку, да? Да не то, что под сумку, а просто нужен. Ну-ка, открывай. У меня визитка Станиковская, ей пришло все. Угу. Нормально. Ну, мне нравится очень джинсы. Ну, эти-то понятно, Adidas, они и есть Adidas. Но джинсы прямо огонь. Огонь. Ого, карман-то, гляньте, это вот до Седова. Я сюда буду складывать все. Иду в инвитро записываться на холтер. Так. Прогулялась. Сходила в инвитро, записалась на холтер. Все, пришла домой. Сейчас покажу, что купила. Дамплинги купила. Прям сейчас сварю себе и съем. Так, дальше что? Пармезанчик и черкизовскую колбаску. Ничего, так она мне понравилась с яишенкой. Очень вкусно. Мы ее тут два раза яишенку делали с Костяном. И всю колбаску съели. Так, и, девочки, я купила два блюда себе. Во-первых, та же фирма турецкая, что и моя последняя вазочка. Вы посмотрите, какое оно шикарное. Какое оно огромное. Это тут 5 килограмм крылышек. Гриль.
картошечка вот на праздники. Вообще красота. Фиг в прайсе. И блюдо-то всего 199 рублей. Шикарное. На весь стол. Смотрите. Диаметр, сейчас скажу. 310 миллиметров диаметр. Прикиньте. 31 сантиметр. Так, и второе блюдо я купила. Ну, это, знаете, там под блинчики. Я же говорила, я хочу все поменять на чисто белую посуду. Смотрите, какое в форме ракушечки. Тоже в фикс прайсе. Оно было там одно. Мне оно очень понравилось. Такое же, видите, такое же большое. Или пирог положить. Или блинчики. Красиво. Или даже вот нарезочку на стол, на праздничный. В общем, два блюда купила. Все, больше ничего. Пойду варить пельмени, я голодная, хочу что-нибудь съесть. Сейчас сварю вот эти вот дамплинги и их съем.